под руководством Шри Гуру и Вайшнавов. Мы совершаем Гирирадж Гавардхану Парикраму. Место, которое мы пришли, называется Харидева Мандир. Когда Кришна ушел из материального мира, все его места, деяния были постепенно-постепенно разрушены. Праджанат, правнук Кришны, пришел, и он начал восстанавливать священные места. И некоторые места, в которые мы посетили прежде, также были установлены Праджанат Прабху. Каким же образом, если бы он не пришел, разве мы знали те места, где Кришна совершает расатанец, играет на флейте, и также те места, куда он ходил пасти коров со своими друзьями, бесчисленными коровами? Такие люди, как мы, обусловленные души, что бы мы делали в будущем? Поэтому мы сейчас продолжаем парикраму и слушаем харикатху, связанную с этими местами. Браджанат, он все сделал для того, чтобы мы имели эту возможность, а в особенности во Враджа-мандале парикрама, он установил четыре божества: Харидев на Гавардхане, Адикеша в Матхуре, а во Вриндаване Говиндадев, а в Гокуле Дауджи Баладев. Какое значение Дева? Тот, кто совершает трансцендентные лилы, деяния, его называют Девом. Из всех совершенных деяний раса лила Господа является самой высочайшей лилой. Тот, кто проявил трансцендентную расу лилу, его называют Харидевом. Таким же образом, когда Кришна в образе Виграхи, когда мы видим его, Кришна держит Гирирадж Гавардхан на левой руке, на левом мизинце. От того, что когда мы знаем, очень трудно пересечь этот материальный мир, океан материального существования, но если тот, кто принимает приют лотосный столб Господа, он показывает, это совсем не сложно пересечь этот океан, поэтому он держит правую руку на своей талии, а левой рукой он держит Гирирадж Гавардхан. Так легко и просто. Поэтому, повторяя святые имена Господа, постепенно-постепенно, служа Ему, мы можем пересечь, когда вода океана достигнет нашей талии, вот это место, это будет намного легче. Точно как Кришна, Он держит эту руку на своей талии, вот до этого места. Тогда с этого момента будет очень легко. Кришна, Он держит на своем левом мизинце, левой руки, Он держит Гирирадж Гавардхан. Левая сторона, левый мизинец, каково значение? Шримати Радхарани, почему то, что Сварупа Шакти Кришны, она находится с левой стороны Кришны? Сама Шримати Радхарани, по ее беспричинной милости, Кришна был в состоянии держать Гирирадж Гавардхан. Кришна стоит здесь. Кришна тот, который поднял Гирирадж Гавардхан. Шри Чайтанья Махапрабху также приходил в это святое место со своими спутниками, и он увидел Харидева. И он также танцевал в чистом состоянии любви в этом храме. Шри Чайтанья Махапрабху оставался здесь на одну ночь, и он танцевал, совершал киртан. Кришна, он держит Гирирадж Гавардхан.
Почему он поднял Гирирадж Гавардхат? Что же находится сокровенного в этом? Шри Вишнаватха Чакравати Дакур указывает на причину. Когда Кришна хотел. Если вы, например, хотите о чем-то молить и просить, самое лучшее, подходящее, кто для вас может оказать помощь, это Гирирадж Гавардхан. Как Шрила Гурудев говорил, те, которые люди совершают Гирираджа Гавардхану Парикраму, Кришна следует за ними. Почему они совершают? Какие желания в их сердце? Кришна совершенно исполняет. Почему некоторые берут Гирираджилы и делают, строят себе домики такие на Гирираджа Гавардхане? Потому что они хотят обрести прибежище. Один преданный сделал это. Первое. Однажды мы пошли к этому преданному, который имел желание, чтобы у него был большой дом. Однажды мы были у него. У него был маленький дом. А когда он построил домик на Гирирадже Гавардхане, взял 3 Шрила Гавардхана Шрилы и сделал домик, то когда мы в следующий раз пошли, у него большой дом оказался. Он сказал, что он даже не знает, каким образом у него появилась возможность построить 3-этажный дом. Гирирадж, он очень милостлив. А некоторые поклоняются другим полубогам, потому что их очень легко удовлетворить и обрести то, что они желают. Но если тот, кто желает обрести Кришна Бхакти, Кришна очень хитроумный, извилистый. Кришна лишь может даровать легко мукти. Но в этой шлоке он объясняет, любое желание, которое у вас в сердце, если у вас есть желание бхукти или же мукти, все, что вы желаете, вы можете пойти и попросить Гирираджа Гавардхану, поклоняясь ему. Потому что Гирирадж Гавардхан очень легко может удовлетворить все ваши желания. Это первое учение. Не нужно далеко ходить. Если вы хотите о чем-то попросить, вы можете сделать это у подножия Гирираджа Гавардхана. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами также объясняет. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о том, что обычные люди, бадхадживы этого материального мира, у них всегда есть желание. Они постоянно о чем-то просят, но разумный человек, он этого не сделает. Потому что... Почему? Потому что для того, чтобы разрушить все эти материальные желания, тогда можно обрести сокровища. И для этого многие совершают аскезы. Как вы знаете, когда они обретают даршан Господа, они считают, что как Друма Махарадж, он сказал, обретя даршан Господа, что он искал этот стеклышко, а потерял сокровище. Поэтому некоторые, имея материальное желание, ищут это стеклышко совершенно. Они теряют возможность найти чинтамани, камень, который исполняет желание. Они обретают лишь только маленький кусочек стекла. Поэтому бхукти и также другие желания, мукти. Но для того, чтобы обрести бхукти, любовь лотосным стопам Господа — первое учение, которое Кришна дарует. Он остановил поклонение Индре, которое является, самым прославленных из всех полубогов. Это по этой причине Кришна остановил поклонение Индре.
почему и также второе, Индра имел большое ложное эго, что он является полубогом этих райских планет. И он считал, что я поддерживаю жизнь коров и Праджабаси, потому что если не будет дождя, тогда все просто погибнут, будет засуха, поэтому я являюсь также царем всех Праджабаси. Но во Враджи каждое растение, каждое дерево, оно сделано из Чинтамани. В этой трансцендентной Лакшми, как в этом шлоке из Брахма-санхиты, Врач, он является необыкновенной землей, она имеет могущество, и даже большинство индер, большое количество может быть проявлено из маленькой частички пыли. Когда Ашваматха произошла, это ягья, появился Индра, но никакие эти ягьи не помогут для того, чтобы явить хотя бы маленькую частичку пыли Вриндавана. Индра, он подумал, что я являюсь царем Враджа. Шринада Баба обратился к Кришне. Говорит: «Кришна, принеси мои деревянные сандалии». Кришна, еще маленький мальчик, берет эти сандалии, возлагает себе на голову, еле под тяжестью он несет их, отдает своему отцу. И этот самый Верховная Личность Бога Шри Кришна, он пугается свою маму, которая держит в руках хворостину, или же когда он оправдывает то, что он не воровал масло. «Мама, пожалуйста, не наказывай меня, я не воровал масло». Кришна подумал, насколько Индра горделивый. Я хочу показать ему, преподнести ему урок. И он остановил поклонение Индре и разрушил гордость Индры. Третья причина. Кришна подумал, в течение 7 дней я хочу оставаться наедине со своими Браджабаси и праздновать особый праздник. Что ему было очень трудно встретиться напрямую с Шримати Радхарани, с Враджагопи, потому что Кришна, он является наслаждающимся Пракьярасой, как, например, женщины, которые влюблены, они прячут свои чувства, желая встретиться с ним наедине. Например, являясь женами кого-то еще. Поэтому все эти сладчайшие лилы происходили для того, чтобы Кришна подумал, чтобы я мог иметь возможность очень близко находиться с Шримати Радхарани в Враджагопи. В этой ситуации, опасной ситуации, в то время, когда во Вриндаван находился в опасности, Кришна поднял Гирирадж Гавардхан, не было никакого этикета, потому что была чрезвычайная ситуация, поэтому все очень легко могли приблизиться к Кришне и находиться рядом с ним очень долгое время. Поэтому в Враджагопи они будут находиться рядом, Кришна подумал. А когда Шримати Радхарани пришла и находилась рядом с ним, лишь только увидев Шримати Радхарани, от одного взгляда, который он бросил на нее, он начал дрожать, и рука его начала дрожать, и Гирирадж Гавардхан начал дрожать и покачиваться. И тогда друзья Кришны закричали: «О, Кришна, Кришна, что мы находимся в опасности, мы должны тебе помочь». И они начали палочками поддерживать Гирирадж Гавардхан. Но Кришна сказал: «Я не могу себя контролировать». Кришна наслаждался этой сладчайшей лилой, поэтому в течение 7 дней он праздновал особое событие. Встречу с Враджагопи, в особенности Шримати Радхарани. Например, если вы будете стоять хотя бы несколько минут с поднятой рукой, это будет для вас совсем неудобно. Но если в течение 7 дней, но Кришна легко, совершенно, держа Гирирадж Гавардхан в руке, подобно воздушному шарику. Когда Кришна в следующий раз танец с миллионами и биллионами Враджагопи, как это возможно было у подножия Гирираджа Гавардхана? Границы его ограничены. Но на самом деле в одном собрании
здесь объясняет Пуджападши Дар Махарадж, что была такая возможность, как бы все расширялось и могло вместить очень многое количество людей. Точно так же и Вриндаван, он имеет эту особенность, он может расширяться до невозможных пределов и также сужаться. Поэтому очень многие в Раджа-гопи имели возможность находиться на Гирираджа-гавардхане под приютом Гирираджа-гавардхана и смотреть на Кришну, ведя его прекрасный даршан. Точно так же, как раз она совершалась очень длительное время, но каждой гопи казалось, что это было одно мгновение, потому что красота Кришны, она была настолько выразительной, что в этот момент раджа-гопи, когда смотрели на Кришну, они забывали о времени, обо всем, что их окружает. И поэтому даже миллионы лет для них казалось одним мгновением. А друзья помогали Кришне, держа Гирираджа Гавардхану своими пастушьими палочками, говорили: «Кришна, ты, наверное, устал, ты должен отдохнуть». А Кришна сказал: «Вы не в состоянии держать Гирираджа Гавардхану». И тогда Шридам или Субал, они говорили: «Ты что, делаешь нам вызов, что мы не в состоянии держать Гирираджа Гавардхану, как ты?» И когда Кришна немножечко опускал свою руку, и тогда все пастушьи палочки, которые держали друзья, они ломались и под тяжестью Гирираджа Гавардхана. И они изумленно спрашивали Кришну: «Как это возможно держать?» Кришна говорит: «Нет, нет, это не я, это вы держите». А это тогда Кришна ответил, они сказали: «Как это возможно?» Кришна ответил: «Потому что вы смотрите на меня любовными взглядами, и под могуществом вашим взглядом, Гирираджа Гавардхана, вы держите его своим могуществом». Ну, тогда друзья сказали: «Конечно, конечно, потому что мы всю силу Кришны тебе отдаем через свои взгляды, поэтому мы чувствуем себя очень слабыми по сравнению с тобой, потому что всю нашу силу мы трансформируем тебе». И они были удовлетворены. И Кришна совершала расу с Раджа-гопи, и он совершил две удивительные лилы. Первая — это Калия-дамана-лила, когда произошла встреча, и в Раджа-гопи могли смотреть на Кришну без всяких препятствий. Вторая лила, когда Кришна поднял Гирираджа Гавардхану. Кришна говорил: «Мне совсем не сложно держать Гирираджа Гавардхану». И он держал ее, его не просто на левой руке, а на мизинце левой руки. На самом деле, когда Шримати Радхарани и в Раджа-гопи увидели красоту Кришны, как он мужественно стоял и держал Гирираджа Гавардхану подобно героине, которые привлекаются героям, которые совершают какие-то особые, экстраординарные действия. И поэтому в этом случае Кришна, являясь героем всех героинь в Раджа-гопи, которые смотрели на него восторженными глазами. Какое значение Гавардхан? Го — это тот, кто питает и питает все чувства. Поэтому вся раса, весь нектар взаимоотношений с Кришной заключен в этом слове «го». Тот, кто поддерживает не только коров и пастухов, пастушек и так далее, он также является тот, кто поддерживает чувства, даруя любовь. Гирираджа Гавардхана, он помогает Кришне во всех отношениях, а в особенности в Никунджа-лиле. И поэтому все наши госвами, Шри-санатана, Шрила Рагунатха-дас госвами, приняли полный приют у склонов Гирираджа Гавардхана. И также наш Шрила Гурудев часто говорил, прославляя Гирираджа Гавардхана. Почему Шрила Гурудева выбрал это место для Гирираджа Гавардхан, чтобы построить наш Гиридхари Гаудиамат? Потому что Шрила Гурудева совершал здесь баджан, он совершал каждый день парикраму и воспевал два лака харинама.